Всем привет! Приглашаю вас сегодня испечь со мной десерт с алкоголем, торт «Пьяная вишня». Приготовим бисквит. Для этого нам понадобится 6 яиц, средних, небольших. Если у вас есть весы, то взвесьте, яйца должны весить 300 граммов. 2 желтка, это 40 граммов должно быть. 100 грамм сахара. У меня 40 граммов какао темного и 150 граммов муки. Сейчас нам нужно взбить в пышную массу яйца, желтки и сахар. Взбивать нужно минут 5. Вот такая масса у нас должна воздушная получиться. Теперь нам надо в яичную массу вмешать аккуратненько лопаточкой сухие ингредиенты. Это какао и мука. Какао и муку просеиваем обязательно. Какао — это жирный продукт, и в нем комочки жирные слипаются, поэтому чтобы оно хорошо у нас распределилось по всему тесту, его нужно обязательно просеивать. И аккуратными движениями лопатки, не венчиком, только вот лопаточкой, как можно меньше нарушая воздушность. Тем временем мы включили духовой шкаф, режим конвекция на температуру 165 градусов. И вот такое воздушное тесто у нас получилось. Сейчас приготовим форму. У меня форма 26 сантиметров. Это большая форма для этого бисквита. Но у меня две формы. 26 и 21 сантиметр. 21 это мало. У меня будет бисквит просто... Торт будет невысокий. Можно в идеале 22-24 сантиметра. Но у меня... Я люблю невысокие торты, поэтому мне... Так, вот так. А стенки промажем сливочным маслом. Еще у меня вот здесь небольшая дырочка, такое отверстие. И для того, чтобы не вытекало отсюда тесто, я кладу какую-нибудь ягодку сушеную. Вот сейчас покладу голубику. Можно вишню, курагу, чернослив, чем-нибудь можно ее вот так за... Это такой лайфхак, если вдруг неплотная форма. Этой форме уже у меня очень много лет. В ней еще пекла моя мама. И теперь аккуратно перекладываем наше тесто сюда. И ставим в разогретую духовку до 165 градусов, режим конвекция, на 30-35 минут. Прошло 35 минут. Шпажка сухая, поэтому можно доставать бисквит. Достали бисквит из духовки и теперь дадим ему остыть час. Бисквит остыл, и сейчас мы приготовим начинку. Для этого нам надо растопить 150 грамм шоколада. Здесь у меня вот такой шоколад Сайт Райферк. И остатки глазури с львовского сырника. Так. 100 грамм сливочного масла. И 100 грамм сгущенного молока. Все это нужно растопить на водяной бане или в микроволновке. Добавим еще сюда 100 миллилитров вишневого ликера. У меня вот такой ликер. Если у вас нет вишневого ликера, берете вишню. Вишня, если у вас в собственном соку закрыта, то можно в вишневый сок добавить 50 миллилитров коньяка. Или если у вас вишня замороженная, так как у меня была замороженная вишня, я за день достала ее из морозилки, засыпала ее сахаром, немножко там, ну, 3-4 ложки сахара, добавила туда 50 грамм коньяка,
и оставила настаиваться в холодильнике, чтобы она размораживалась и пускала сок. Поэтому можно будет взять 50 грамм коньяку, залить вишню и потом взять 100 миллилитров вишневого сока с коньяком. У меня здесь вишневый ликер, поэтому я буду растапливать вместе с вишневым ликером. Шоколад растопился. И теперь сюда мы забрасываем 300 грамм вишни. Я бы сюда и полкило положила, но сколько было у меня, столько и положила. Так, отставляем нашу начинку. И теперь нам нужно снять форму с бисквита. Нужно аккуратно срезать верхушку торта. Это будет крышечка торта. Теперь мы обратно форму застилаем пергаментом. Перекладываем сюда наш бисквит. Как я и говорила, у меня сильно большая форма для этого торта. Можно было сделать на большую порцию, но мне хватает. Это у меня невысокий торт, поэтому если у вас будет форма 22-24 сантиметра, он будет повыше. И теперь мы вынимаем из бисквита серединки всю мякушку, так чтобы у нас получилась такая коробочка. По стенкам оставляем и низ. Я не кондитер, я любитель, я пеку это все для себя, не на продажу, и я этим не занимаюсь. Поэтому у меня нет дома столько приспособлений, там всяких девайсов для кондитерского вот этого мастерства и разных форм. У меня то, что есть, я приспосабливаю под эти все нужды. Вот такая коробочка у нас получилась. И теперь сюда мы будем засыпать эту начинку. Для этого нам надо в растопленный шоколад с вишней выложить бисквит. Теперь перемешиваем начинку. И эту начинку теперь закладываем в форму. Утрамбовываем. Запах стоит невероятный. Алкоголя, шоколада, вишни. Это что-то вообще потрясающее. Я, кстати, алкоголь употребляю только в таком виде, когда он в каком-то десерте. И вот так красиво получилось. Накрываем это все крышечкой. Немножечко так приплотните его. Особенно по краешкам, чтобы оно все прилипло. И ставим в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь. Нам нужно бланшировать грецкие орехи в кипятке. Проварить 1-2 минутки. И в духовку на 10 минут, температура 150 градусов, чтобы просушились. Все, орешки достали из духовки, и теперь их можно будет обжаривать. Немножечко для вкуса их поджарим. Как обжарили и измельчили орешки не сильно мелко, вот в такую вот крошечку. Мать занята, дети сидят, ждут. Да? Сидят, ждут, когда мать закончит съемки. Финюша, Феня обиделся. Феня обиделся, хотел на ручки, я его не взяла. Мия.
Ну ты, конечно, ты везде звезда просто. И сейчас приготовим шоколадную глазурь для того, чтобы покрыть торт. Для этого нам надо 200 граммов черного шоколада. У меня здесь смесь вот такого 55%. И немножко сверху добавила до 200 грамм 70%. Это сайт iTurk. Все продукты, которые у меня с сайта iTurk, ссылки на них я оставлю в описании под видео и промокод на скидку тоже. Высыпаем это все в чашу. Нам нужно 30 миллилитров растительного масла без запаха. сироп глюкозы. У кого аллергия, например, на мед, то можно сироп глюкозы. У меня просто сейчас нет в наличии даже меда. Немножко осталось, но то для других целей у меня, поэтому я сюда покладу сироп глюкозы. Сироп глюкозы продается в магазине «Все для кондитера». И 200 миллилитров сливок. Все перемешиваем и ставим в микроволновую печь, чтобы растопился шоколад и наши ингредиенты все перемешались. Шоколад растопился. И теперь мы сюда добавляем орехи. Все, глазурь готова. Теперь достаем торт из холодильника и начинаем украшать. Переложили торт на решетку, под низ положили пергаментную бумагу или пищевую пленку для того, чтобы та глазурь, которая стечет, она потом застыла на бумаге, и мы ее использовали для другого десерта. И начинаем украшать. Так, и теперь сверху хорошо, если есть вишня, то я украшаю сверху еще вишней. Но вишни сейчас еще нет свежей, поэтому меня спасают вот такие какие-нибудь сухофрукты. Это на сайте iHerb я покупала клубнику, и нам просто для контраста мы украсим клубнику. Вот так украсила торт, сняла его с решетки, переложила на блюдо. И теперь я поставлю его в холодильник на пару часов для стабилизации глазури. Достала торт из холодильника. И теперь давайте его попробуем. Вот так торт в середине выглядит. Это, конечно, не детский торт. Если вы будете готовить его детям, то замените вишневый ликер на вишневый сок. Но это стоит приготовить только для взрослых, потому что это божественно вкусно. Очень нежная начинка, ароматная. Шоколад, вишня, ликер. Это очень вкусно. Рекомендую вам всем попробовать. Не могу остановиться. Если понравился рецепт, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Подпишитесь на канал, если вы не подписаны. И поделитесь рецептом с друзьями. Всем пока!